Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, за Лигу Мастеров забираем награду и смотрим, друзья, где я сейчас в данный момент нахожусь. Так, заберем колоду. Кто там у нас выпадает? Бибоп. Так, Бибоп, а меня интересует турнирная арена. Так, Лига Мастеров, ребята, первый ранг, то есть меня скинули. Сегодня воскресенье, не забываем, что завтра понедельник, а это говорит только об одном, что нам нужно сегодня выбиться опять же в топчик и сидеть и не рыпаться. Поэтому, ребята, это вот такая вот у меня промежуточная серия, потому что еще у меня рабочая смена, не забываем. Это я сегодня пойду работать и только лишь в понедельник я прискочу. Ну а в понедельник у нас уже будет буст и там уже некогда будет играть. Поэтому я решил сейчас отыграть все это заранее. Ну, я, честно говоря, не ожидал, что за один день, за сутки меня скинут в Лигу Мастеров 2 звезды. Просто не ожидал. Ладно, мы сейчас обратно вернемся с тобой. Так, 97-я позиция, всего 4 ступеньки пролетел, получается, да? Ладно, возьмем Рафа. Так, Микеланджело, Донателло. Тихо, ты, Крэн, куда ты лезешь-то? Ну и, наверное, вот так вот сделаем. Сколько нам нужно? Ну, в среднем где-то 10 поединков нам нужно будет здесь выиграть. Что-то своими силами, да, что-то уже придется нам. Крис Брэдфорд упал, что очень меня радует. Так, Ванюша выжил. Видишь, начинает, ребят, в Рокзара. Ну, естественно, Рафаэль встает у нас в провокацию, и с этого момента все меняется. Почему? Потому что Рафаэль не потерпит оскорблений вот от всяких там Донателл оригиналов. Он будет его бомбить, само собой. Плюс еще у нас есть ракета от Железноголового. Так, и остается лишь Рокстеди. Вот это зря он сделал, парень, конечно. Ну что, добьем супостата. Даже нисколечко не сомневался, что здесь будет победа за нами. Так что продвигаемся по чуть-чуть дальше. Какая у нас позиция? 86-я. Слушай, ну, на 11 ступенек проскочили. Это уже приятно. Так, 17-24 я убираю. Возьмем Леонардо плюс Бакстер. Да, рука чесалась взять Макмана, но помнишь, что у нас произошло с этим Макманом? Он просто-напросто не справился. Но он был один. Ну, как один? Зэк вначале сходил, потом Макман. И Макман не смог никого там добить. Сейчас посмотрим, что здесь получится. Так, Лео отжигает. Так, блин, вот иммунитет плохо, знаешь почему? Ну, в принципе, мы их так завалим, но на будущее, ребят, если он вешает иммунитет, то смертельный, как говорится, урон они не будут получать. Ну, постепенку, ты понял, да? Потому что он вешает на себя иммунитет от всех негативов. Так, ну что ж, поехали. Берем здесь Макмана и Кожеголову. Вот тихо ты, Крэн, все не имется ему. Вот посмотрим, как здесь у нас получится. По идее, должен ходить первым Кожеголовый. Соответственно, он делает свой кубарь. А вслед за ним ходит уже Макман со своей, как говорится... не тут-то все было, ребята. Так, у него еще и уклонение. Так, ну не все выжили, конечно, после уклонения. Вот что у Макмана хорошо, что он вот этим вот торнадо сдувает все позитивные вот эти вот бафы, которые на нашем противнике висят. То есть он их просто сдувает, снимает. Вот это, конечно, круто. Так, ладно. Ну, если я возьму, например, здесь Зека и Супер Шреддера. Вот они вдвоем справятся, Зек и Супер Шреддер. Вопрос очень интересный даже для меня. Я знаю, что Зэк отнимет очень мало у них здоровья, потому что здесь уровень 79. Но вот Супер Шреддер, вот в чем вопрос. Он сможет ли подбить, добить их всех? Да, постепенный урон, ребята, его уничтожат. Плюс на нем еще висела замедляшка. Прекрасно. Но опять же нам повезло, что повесился постепенный урон. Так, ну что, 54-я позиция, и мы двигаемся дальше. И мы двигаемся дальше, и здесь я беру Усаги плюс Ванька. Усаги плюс Ванька-стиранка.
Единственное, что для меня, чтобы Ванька сходил сразу после Усаги. Я надеюсь, так и будет. Если будет Лео сейчас ходить, это, конечно, будет трэш. Он захиляет 100% свою команду. Но нет, он не успеет. Он просто-напросто не успеет. Шикарно. Но без откатов нам, как ты понимаешь, здесь не справиться. Так, 44 место. 44 место в бой. Так, наверное, выберем вот эту вот команду. И здесь у нас пойдет Крэнк и Слэш. Вот они вдвоем. Раз, два, три. А там уже придется, конечно, тратить откаты. У нас другого варианта нету. Пам-пам-парам-пам. Давай. Для начала делаем луч. Так, и, конечно же, слышу, тут ничего не остается, ребят, как просто-напросто добить этих противников с их минимальным количеством ХП. Итак, какая у нас будет? 34-я? Даже 33-я, спасибо. Опа, нет, нет-нет-нет, эту команду я брать не буду, я возьму лучше вот эту вот. Ну что, настала пора, наверное, нам делать откат, я беру Армагона. Раз, два, три, четыре. Взял пока одного, потому что, ну, есть еще более-менее такие наши персонажи, которые могут противостоять, так сказать, злу. А вот это вот плохо. Вот это было, ребят, плохо сделано. Он сделал дебаф на меня, понимаешь? Он сделал на меня дебаф. Если я крикну... Блин, у нас еще и пониженная атака, понимаешь, в чем дело? А, давай, кричим. Сейчас сплинтер, понимаешь? Сплинтер будет... Еще творит. В кого полетит это все? Угу, вот так вот. Наверное, мы сделаем доп защиту. Вот уж поверь, доп защита здесь не будет лишней вообще никак. Дальше мы пробиваем. Попытаемся пробить. Не вышло. Так, Джастин, на тебя вся надежда. Да что такое-то, ну... Трэш. Ну это, ребята, был просто трэш. Ё-моё, блин, змея-карай. Твою налево. Да, не смогли мы, к сожалению, пробить. Значит, делаем вывод. Твою налево. Делаем вывод в следующем. Что Армагон один не справится. Ну, 79 уровень, естественно, ребята, он бы не справился. Я просто думал, рассчитывал на то, что у нас есть Крис, Джастин, что мы как бы запинаем их. А ты видишь, облом получился. Офигенный просто облом. И это меня даже, я бы сказал, огорчило очень сильно. Твою налево. Да, хотел без потерь. Ну ладно. Что ж, что я могу сделать? Вот получилось так. Я рассчитывал, конечно, немножко на другой исход. Ладно, давайте. Так, опять Хан здесь, да? Ну-ка, Рафаэль. Рафаэль, прикинь, по инициативе переплюнул даже Хана 79 уровня. Круто. Хотя Рафаэль у нас, как ты видишь, 79-го. Ой, 70-го. А Хан был 79-го. То есть на 9 уровней. А это очень большое преимущество, кстати. Так, ну что, смотрим. Итак, давай 16-ю позицию. 15, отлично. То есть, получается, еще, ну, 2 поединка нам нужно отыграть. И, в принципе, все. Беру я здесь Маузеров, беру Леонардо. Раз, два, три, четыре. Там уже в самый хвост идти не стоит, потому что уже до них очередь не дойдет. Ой, ребят, залипаю, уже спать хочу после работы, уставший. Но видосик надо запиликать, потому что сегодня такая ерунда и завтра такая ерунда. То есть завтра я вообще, наверное, лягу сразу после работы и только перед бустом, наверное, встану. Если встану.
Так, ну что, какое место у нас? Пятое? Четвертое. И последний поединок у нас. Так, беру маузеров. Беру здесь Армагона. Раз, два, три. И вот эту вот команду. Так, стоят супостаты, да? Ну что, влупим? Ага. Так, Майки усиливает команду своим супер-пупер танцем. Но, как ты понимаешь, это бесполезно, потому что Армагон всех распыляет. Ну и мы с тобой возвращаемся обратно в свои родные пенаты. То есть мы свой топчик занимаем. И посмотрим теперь, сколько у нас мутагена. Так, это я заберу. Так, мутагена здесь пока не видно. Давай, наверное, пройдем серию испытаний. Так, у нас новая, да? Подожди. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, ты понял, да? У нас новое испытание, потому что мы в прошлой серии с тобой прошли. Ты посмотри, а. Давай лучом. Да, луч, кстати, намного слабее бьет, мне кажется, чем вот они своей массовой атакой будут бомбить. Так, переходим на вторую и последнюю волну. Так, Биба, Прокстеди. Ну, давай вертушку для начала. И... торнадо. Все. Без потерь, все отлично, три звездочки. Поехали. Так, это задание мы выполнили. Так, следующие у нас будут поединки, да? Ищем нашего Рафаэля. Рафаэль у нас где-то здесь, вот он. Ну, во-первых, мы же можем... Блин, 6 ящиков нужно найти. Раз. Да. Ну и что такое? Ящики должны выпадать. Так, второй. Третий. Четвертый. Пятый и последний. Давай шестой. Все. 6 ящиков мы нашли. Прокачиваем здесь способность. И до 6 ступени. Нифига тут. Ух, комиксы нужны. 8 штук комиксов. Так, мы, по-моему, задания все выполнили. Так, так, поднять уровень персонажа. Ну, как раз мы Рафаэля у нас хватит, да, мутагена? Хватает. Давай тогда мы ему поднимем левел. 71 он зарабатывает. И завершаем здесь задачи. Так, ну что, остается у нас еще фарм. Фарм. Это мне все не нужно. Поехали. Так, нам сейчас нужно 200. 200 жетонов получить для того, чтобы приобрести 3 ДНК на Рокстеди. Все, остальное идет у нас на жетоны. Так, 592, 600. Нам нужно 720, по-моему, да? Так, еще разок. Ну что, 700 уже есть. Последний. Все, ребята, на 3 ДНК мы насобирали. Я дальше продолжаю, чтобы потратить, так сказать, весь сыр. И все. Под нолик, как говорится, справились. Ну что, бежим в магазин. Предметы. Оп, оп, все, ребят. Ну что, у Руквала 70 ДНК, у Рокстеди
68. Я думаю, что это нормально. Так, ну что, ребята, вроде бы как и все. Ждем, значит, понедельника. Ну и попробуем бустануться. И главное, чтобы, ребята, я не удалил нечаянно видосик, как это было на этой неделе. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.